Всем привет, с вами Сенса Шиммер, и это передача «Веселая кулинария 2». Сегодня мы будем печь вкусные шоколадные маффины с шоколадным кремом. Для этого нам понадобится 150 грамм сливочного масла или маргарина, 150 грамм сахара, 100 миллилитров молока, 5 столовых ложек какао, 2 яйца, 2 чайные ложки разрыхлителя или 1 чайная ложка гашеной соды, 200-250 грамм муки. Для крема нам понадобится 5 столовых ложек густой сметаны, не менее 20%, 4 столовых ложки какао, 4 столовых ложки сахара и 1 столовая ложка сливочного масла. Что ж, пойдемте на кухню, я вам покажу стол с ингредиентами. Вот это все, что нам нужно. Здесь сахар, формочки, 8 формочек и наша миска. Сперва мы приготавливаем тесто. В кастрюле смешать масло, какао, сахар и молоко. Довести до кипения, убрать с огня. Что ж, приступим. Ну а пока я хочу показать вам мою небольшую новинку. Эта новиночка, это брелок олимпийских и Версачи. Мне вот купили. Кстати, 2014, вот. Мишку. На центральном рынке. Вот брелочек. Вот для сравнения с картинкой, мне кажется, пучка была. Вот. Мне его купили. У него шарфик здесь просто. Крест-накрест. И здесь пришито. У него была такая картонка. Здесь розочка. Здесь переливашка такая. Красивый треугольничек, он переливается, и там высвечивается надпись «Сочи 2014». Вот это моя новинка. Ну ладно, подождем, пока у нас на кухне все приготовится. Пойду с огня кастрюльку и покажу вам, что у нас получилось. Итак, у нас получилась вот такая вот жидкость. Теперь ее нам нужно остудить. Итак, оно остыло. Следующий пункт. Нам нужно в остывшую массу добавить яйца и перемешать. Приступим. Добавить муку и перемешать. Следующий пункт у нас. Вот у нас я добавила яйца и муку, и получилась вот такая вот масса. Кстати, я хочу сказать совет, что надо размешивать достаточно хорошо, чтобы не было комочков. Следующий пункт разложить по формочкам. Вот у меня есть формочки. Две оранжевых, они силиконовые у нас. Две розовых, две зеленых и две голубых. Ну, я ими пользуюсь для выпечки кекса. Знаете, там у нас уже был первый выпуск «Веселой кулинарии» и плюс новинки. Мы там пекли капкейки. Да. Капкейки с кусочками шоколада. Очень вкусно, посмотрите. Кстати, ссылочку прямо на видео я давать не умею, но зато я дам ее в описании. Раскладываем по формочкам на 2/3. Да, на 2/3 части формочки, потому что иначе тесто поднимется очень сильно, и кексы просто упадут. Вот мы разложили их по формочкам. Вот это так вот. Теперь нагреваем духовку до 80 градусов и ставим в духовку на 20-25 минут. Кексы мы поставили в духовку, а теперь можно начать готовить крем. Для крема повторяю, что нам понадобится. 5 столовых ложек густой сметаны, не менее 20%. 4 столовых ложки какао. 4 столовых ложки сахара и 1 столовая ложка сливочного масла. Ну что ж, ребята, готовим. Крем нужно обязательно остудить. Да, кстати, сегодня нету миссис Капкейк и миссис Кироткейк, а также Пинги Пай. Ну, то есть Пинги Пай она есть, но она пошла в магазин за некоторыми продуктами для нашего следующего выпуска. Веселая кулинария. А миссис Капкейк и миссис Кэрот Кейк уже как на 2 месяца поехали в отпуск в
в Африку. Да, в Африку. Но наши кексы и крем пока остужаются, а кексы пекутся. Итак, кексы готовы. Посмотрим, что же у нас получилось. Вот что у нас получилось. Кексы шоколадные. Теперь мы покрываем их готовым кремом из кастрюльки. Начнем. Итак, наши кексы уже готовы. Сейчас мы пройдем на кухню, и я покажу вам готовые кексы, обмазанные кремом из кастрюли. Вот это аппетитная порция кексов. Ну, а мы с вами прощаемся. Ладно, всем пока, с вами была Маша, и это выпуск. Веселая кулинария 2. Пробуйте, это будет очень вкусно. Пока!